Здравствуйте, товарищи! Та-та-та-та-та-та! Так. Это получить. Получить. И запустить. Запустили. Выполнено. Экспедиции гильдии. Миссии на карте выполнены. Тетенька. Да. Так. Окей. Окейушки. Завоеватель недели. Так. Медаль славы и престижность. Усилить. Усилились. Пойдем штурмовать 200-й уровень. Тра-та-та-та-та-та! Встань, повстань, добрый молодец. Тяжко. У нас максимальный этап 199. За 200-й этап дают нового героя. Правда, зачем нам новый герой, если у нас и так 4, а мест только столько же. 4. Может, с ним вместе 5-е место дадут. 5-ю точку. Момент истины. Что-то у него здоровье совсем не уменьшается. Вот издевательство. Вообще ничего. Никаких повреждений видимых. Ужас. Что делать? Вот собаки, а? Надо такую игрушку придумать, издевательскую. Так, откатываемся. А, вот что-то она, тетенька эта, шмонтует. Все. Раз, два, три. По-моему, без результатов, без особых.
200 уровень. Достигнуть цвета по 200. Увеличивает все основные параметры на 30. Отряд. Открыть ячейку. О-о-о. Пятая ячейка, не считая вот этого стража. Чпок. Лечилка. Дяденька лечилка. Выйми. Раз, два. Так. Все, можно сначала начинать. Где тут у нас эти штучки? О, а это на каком этапе? 325-м. Ого. Разбойник, ближний бой, боец, энергия. И это... Так, где они? Описание. С 80 уровня, 65 уровня персонажа. Зачарование драгоценностей. Так, это у нас оп, оп. Получите предмет. Экипировки с пометкой эпичный и лучший. 3. Увеличивайте все основные параметры на 15. А мы еще не открыли. То есть открыли, но они ничего не получили пока. Странно. Предмет получил. Нагрудник. Это этот как его? Лифчик. О! Колечко. Получите предмет экипировки с пометкой эпичный или лучше. Перестаньте. Черт. Так что, а вот. Так. Увеличивает количество получаемого золота на 25%, увеличивает все основные параметры на 15%.
Но хоть что-то осталось. Так. И чего здесь у нас? О. Открыть. Сколько там требуется? 400, а нет, 1400, 1400. Ладно, потом как-нибудь. Вот мы, что там еще? А, оружие, когда он получит, тогда я открою. Так, зачаруем и все такое прочее. 8. Так. Один. Увеличит все полученное золото. Увеличит основные параметры всех героев стражей. Либо 17, 9. Это вообще ничего нет. Везет, как утопнику. Так. Четыре. Этого нет. Это ж 9 всех параметров. Это 18. Всех параметров 1000, 18 700%. Так, сейчас 900 сила. А если зачаровать, все равно 900 сила. Ладно. Увеличили зато все параметры. Лечит. Он лечить не может, потому что враги ваншотеры. Один раз ударит и все, и лечить уже некого. Чувствуется, что на несколько тысяч увеличил процентов все параметры. Вот этот дяденька. Зачаровали ему чего-то там. И что там ему зачаровали? Вот эту штучку. Великую. А если еще зачаровать, так вообще тогда. Пахе.
сегодня мы многого добились. Заполучили чего-то. Чем у нас был? Мы заполучили этот самый транспорт. И еще одного героя. Не побоюсь этого слова. Еще мы на 10% улучшили вклад в боевое братство. И это мы сделали с помощью гильдии. Личное древо. Вот здесь вот увеличить можно. О, еще можно увеличить. Бух. 22% наш вклад. Общее дело. Копилочку. А здесь у нас ничего пока что. Так, а вот бонус команды. Увеличить все основные параметры всех героев, кроме лидера. Экспедиции через 2,5 часа. Оп. Ну. О. 207. Достигнуто. А здесь пока не отображается. Здесь 206. Запаздывает. Вот дает, а. Шестикрылый Серафим на перепутье мне явился. Ну как шмаляет. А это бесполезная штучка. Потому что я развиваю его. Не хочу на кнопочки нажимать. О, то он так. Огнедышащий дракоша. Палец отвалится, если все время на кнопочку нажимать. Город. Арена скоро будет. О, скоро. Так, это компания. Тоже через 2,5 часа. Ежедневные миссии, список лидеров, построение. А здесь только 4 места. Жаль. Едем, едем. Едем. 20, значит, героев может разместиться. Почему-то на поздних этапах шустрее идет это самое
человек СПИ больше получает. Герой. Вот этот вот тип. Коварный тип гражданской наружности. 16%, как 16? Вы уже 22. Так, сохранить и уйти. А может, 22 это следующий этап, наверное. Следующий 22. До того, как я стал вносить свой вклад, здесь было 50, а здесь по 100. А иногда 80, 80, 80, 80. Вот здесь это эти 3 по 80, а это вообще 0. Почему так происходит, непонятно. Магический квартал. Можно развить. Как же можно, если вот здесь 300 нужно, чтобы развить? О, 300. Можно развить. Издеваются. Валькирия. Трах тебе дох. Так. Где? О, а, да, следующий. Следующий 22%. Ой, какой вклад-то можно вносить. Ох, существенный. Все. Где они еще сражаются? Не. Если не победят, то мы заканчиваем с этим. 35 броня. Не, 73. 73 броня. Процента. Да. Так. Выбрать престиж бесплатно, то есть даром. Престиж увеличивает общее количество полученного золота. Так. Вот такая вот жуть, когда используешь стража. Можно тыкать куда угодно, все равно он пуляет во врагов. Традиция у него такая.
Открыть ячейку. 300. Но. Тристан и Изольда. Так, это. В чем дело-то? Оп. Так. Оп. А, нет, лучше сюда. Так. Тик. Сохранить. Повысить максимально. Чпок. Черт, ногу сломит со всеми этими обозначениями, сколько золота. Жуть. Оп. Так как у нас выбрано увеличение всех характеристик бойцов, кроме лидера, мы выбираем самого слабого бойца в качестве лидера. Предлагали колдовать. А уже не предлагают. Для этого нужно сработать сначала. Побольше золота. Жетоны огня пригодятся в библиотеке для начала исследования Файерстона. Библиотека Файерстона. Следующее исследование через 40 минут почти. Так. Планирование миссии. Уменьшает длительность всех миссий на карте мира. Увеличивает шанс пропуска волны, которой нет босса. Уменьшает время между тренировками для всех стражей. Стражи меня вообще не интересуют, то есть совсем. Я не кликер, понимаешь? Чтобы стражи использовать. Понимаешь? Тишина. Затишье. Перед боем. Перед бурей вообще не двигается. Пока они не начали умирать, мы их не прокачиваем. А, у всех единички. Это вообще не прокачивал. Полученное золото плюс 105%.
если бы они реально столько золота зарабатывали. Вот было бы классно. Город. Здесь ничего не открыто вообще. Таверна. Мы уже сегодня играли с тетенькой. Тетенька. Эй. Лавка. Тут надо продавать. Квест такой. Продать 10 предметов в лавке редкостей. Механик. Это надо набрать, чтобы потом усиление сделать. Да, конечно, будем сейчас все бросать и покупать за деньги. Всякую муру. Используйте чертежи для усиления боевой машины. Урон боевой машины. Уровень. Уровень. Здоровье и броня. Лавка алхимика откроется на 120 уровне персонажа. Магический квартал не интересен. Зал героев. Жуть, сколько. Мы на 200-м открыли 5-го. А это через 125 уровней. Ужас. Случайным образом. Генератор случайных чисел. Что увеличивать и насколько выскакивает. Это предположение. Я не проверял. Может, это от приключения к приключению все время одно и то же. Суперспособности в автоматическом режиме, чтобы было все. И это открывается в талантах героя персонажа. О, лидер автоспособности. А вот это отряд автоспособности. Это вообще чумовая вещь. Они вот эти способности свои сами собой по своему усмотрению используют. Их не надо для этого делать лидерами. О, видите, что творит? Бух, так. Бух. Он накапливает, а потом сразу 5 стрел выпускает. О! Но в пустоту. Потому что это имеет смысл, когда 5 злодеев. А он как придется действовать, и все так тоже. Как он кольнет.
обзор мы сделали. Братство — замечательная вещь. Братва и кольцо. Да, гильдии я все время завожу свои карманные гильдии. Это скоро. Скоро. Таверна. Скверная таверна. Спасибо за внимание. До новых встреч в эфире!